Живе Беларусь, слава белорусским героям, Андрею Зельцеру, Роману Бондаренко и всем тем героям, имена которых мы, увы, не знаем, но они отдали жизни за нашу с вами свободу. И вот стало известно, когда Верховный суд Беларуси, а по сути Верховный суд лукашенковского режима, рассмотрит апелляционные иски на приговоры Марии Колесникова и Знаку. Напомним, что Марии Колесникова приговорили к 11 годам, а Знака приговорили к 10. И вот стало известно, и это будет 24 декабря вроде бы. Уже точно не помню, но, короче говоря, в конце декабря. Хотел бы пожелать Марии Колесниковой и Знаку, чтобы Господь Бог им помог и совершилось реальное чудо. Реально, если вдруг апелляционная инстанция удовлетворит их жалобы, это будет тогда реальное чудо. Конечно, мы с вами все понимаем, что это не состоится, но просто, как говорится, надежда умирает последней. Просто хотел бы пожелать этим людям, Колесникову и Знаку, скорейшего выхода на волю, особенно Колесниковой. Все-таки пусть я не сильно с ней согласен во многих нюансах, особенно когда она была там на воле. До выборов там много она говорила, я с многим не согласен, но я ей от души, от чистого сердца желаю выйти на волю, и чтобы это было постарейше, и чтобы Господь ей помог. Очень искренне хочу, потому что все-таки она знала, на что идет, и фактически сама осталась тут в Беларуси. Мое уважение этим людям и все мои пожелания только хорошие. Живи, Беларусь!